На сегодняшний день существует так много различных профессий, что можно растеряться при их выборе. Особенно нелегко приходится выпускникам общеобразовательных учреждений. Ведь прежде чем определиться с будущей профессией, необходимо понять, какая специальность больше всего востребована на рынке труда. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно начинать знакомство с миром профессий как можно раньше, полагает старший воспитатель детского сада «Елочка» Альбина Суетина. В настоящее время большое внимание уделяется формированию предпосылок трудовой деятельности у дошкольников в детском саду. И это проблема нравственно-патриотического воспитания. И мы знакомим наших воспитанников с профессиями взрослых. Это у нас традиция, мы каждый год у нас проходит ранняя профориентация, и в этот год мы решили немножко поменять и познакомить детей с профессиями, которых уже нет. Именно в детском саду малыши примеряют на себя различные специальности, причем начинают это делать с уклоном в историю и национальные традиции. Так педагоги Ольга Тютина, Ольга Макарычева, Альбина Суетина в игровой форме сначала рассказали воспитанникам о таких старинных профессиях, как молочница, знахарь, ткачиха, повитуха, плакальщица, кузнец, игрушечник. Игрушечники были целые семьи игрушечников. Они делали из природного, из разного материала игрушки. Даже из ткани. Вот посмотрите, как игрушки были. Из соломы. Из крупы. Через их историю малыши узнали, как с развитием технологий современные профессии менялись и развивались. На протяжении целой недели ребята знакомились с забытыми ремеслами и современными профессиями, пришедшие им на смену. В итоге увлекательного и познавательного путешествия все ребята получили массу позитивных впечатлений, приумножив свои знания, заинтересовались различными профессиональными сферами.